Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Махмутлар. Нахожусь почти в середине между Ататюрком и улицей Барбаросса. Тут расстояние до моря максимум 350 метров. 150 метров впереди от меня расположен центральный парк Махмутлара, парк писателей. Значит, здесь продается трехкомнатная квартира 2 плюс 1. Обставленная 135 квадратных метров с большими просторными балконами. Также с этих балконов есть вид на море. Квартира находится на 6 этаже по турецким меткам, на 7 этаже по российским, по СНГшным. Быстренько покажу этот проект. Такой просторный ухоженный сад. Снаружи у нас открытая парковка, такие ворота. Покажу я вам здание. Вот такое высокоэтажное здание из 10 этажей. Квартира находится вот на том этаже. Вот. Пройдемся к бассейну этого проекта. Проект 11 лет. Тут присутствует открытый бассейн большой. И зона отдыха, зона барбекю с беседкой. Вот такой ухоженный сад. Вот такой бассейн. В той стороне у нас зона отдыха. Вот такой сад этого проекта. Поднимемся мы на 6 этаж. Видеонаблюдение 7/24. Вот такие ворота. Откроем двери. Вот мраморная лестница тут. Уже понятно, что проект 11 лет. Лифт поднялся. Будем ждать. Вот такой лифт. Лифт прибыл. Такой тут лифт. Двухместный, трехместный, так скажу. Поднимемся мы на 6 этаж. 9 этаж, это двухуровневая квартира. Здание 10-этажное. Прибыли мы на 6 этаж. Вот эта квартира номер 19. Вот здесь пожарная лестница. Тут такой просторный коридор к другой квартире. И вот такая лестничная площадка. Откроем каменные двери. Вот такая прихожая в этой квартире. Откроем дверь и покажем вам. Вот такая просторная прихожая. Здесь у нас санузел. Также есть проход к спальне. Это хозяйская спальня. Просторная. С выходом на балкон. Также присутствует свой санузел. Установлен шкаф-купе. Вот такой санузел. Выйдем на балкон. Хочу отметить, что никакого шума нету в квартире. Сейчас откроем дверь. Вот уже немножко шумно, но этот район, где я сейчас раз нахожусь, более-менее тихий по сравнению с теми, что теми квартирами, которые расположены у улицы Ататюрка и улицы Барбаросса. Вот такой здесь просторный балкон
с видом на эти соседние здания и на гору в районе Каркаджак. Эта сторона восточная. Вот такой просторный балкон. Отсюда есть вид на море, кусочек. Вот. Также есть у этой квартиры второй балкон. Это северо-западная сторона этого проекта. Пройдемтесь дальше. Наверное, требуется маленький ремонт, 100-200 евро. А здесь у нас детская комната или дополнительная спальня. Встроенный шкаф. Уютная такая. И у нас тут гостиная, комната, совмещенная с кухней. Очень просторная. Квартира 135 квадратных метров. Высота потолков 2,85 сантиметра. 285. Значит, вот такая у нас кухонная мебель. Оборудование. Стиральная машинка Vestel. Холодильник Vestel. И плита фирмы Vestel. Посудомойки нету. Также кондиционер установлен на Vestel. И телевизор Vestel. Все оборудование Vestel. Турецкий производитель электроники. Вот такая тут мягкая мебель. Она открывается, кажется, назад. Как-то. Сейчас попробуем. Да, раскладывается она вот так. Угу. Выйдем на балкон. Слышите, что нету звука? Также тут есть маленький звук улицы, там машины именно. Вот такой здесь большой просторный балкон. Также с видом на горы. Вот с этой стороны тоже видны горы. Вот так. Покажу также, что вид отсюда есть также на море. Такой просторный балкон. Вот кусочек моря видно с этой квартиры. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится в районе Махмутлар, между улицами Барбаросса и Ататюрка. Расстояние до моря максимум 350 метров. Зданию 11 лет. Квартира находится на 6 этаже по турецким меркам, по российским 7 этаж. Присутствует здесь просторный бассейн, зона барбекю и беседка, как видели, и просторный сад. 150 метров на расстоянии от этого проекта расположен парк писателей, самый большой парк Махмутлара. Рядом присутствуют магазины, рестораны и тому подобное. Айдат у этого проекта, у этой квартиры 140 лир в месяц. Цена этой квартиры 72 тысячи. Евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Вдруг вы ищете другой какой-нибудь вариант, мы можем вам помочь в выборе вашей квартиры мечты в Алании, так как у нас большой портфель. Эксклюзивные варианты мы держим при себе, срочная продажа тоже мы не снимаем, не успеваем. Так как я уже как объяснял, мы снимаем ролик, через день эта квартира продается. Не остается никакого смысла. Из-за этого желательно присутствовать в Алании при поиске квартиры и обратиться к нам. С вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.